В этот день, 17 сентября, родился граф Михаил Бестужев-Рюмин, русский дипломат. Самым известным представителем семьи Бестужевых-Рюминых в 18 веке был и есть Алексей, один из канцлеров Российской империи и главный управитель ее внешней политики несколько десятилетий. Он серьезно заслонил фигуру своего старшего брата Михаила, человека нерядовых качеств. Михаил Петрович полжизни провел в заграничных миссиях: Лондон, Варшава, Стокгольм, Вена, Париж. Если требовался России в мировых столицах надежный ловкий человек, там и он. Не зря полномочный министр Франции в России докладывал про старшего Бестужева-Рюмина: это такой человек, которого поневоле надобно будет через неприятеля его погубить, или же он в этом государстве сыграет важную игру. Такое вот своеобразное признание. Больше всего Михаил Петрович прославился делами в Швеции. Туда его направил еще царь Петр I сразу после заключения послевоенного мира. И поставил перед ним три задачи. Признание Стокгольмом императорского титула Петра I, утверждение Риксдагом нештатского мира, нейтрализация англо-ганноверской дипломатии. В сущности, это и было выполнено. А спустя 15 лет Бестужев-Рюмин даже сумел пролонгировать союз со Швецией. Но стоило это уже огромных усилий. Северный сосед уже вовсю желал поквитаться за недавнее поражение. Наконец толпа черни поколотила стекла в окнах русского посла, а вскоре и король объявил войну России. Это не помешало русскому дипломату вскоре получить высший орден страны имени святого Андрея Первозванного. Михаил Петрович умер на чужбине в Париже, но завещал непременно перевести и упокоить его тело в Москве. 17 сентября 1773 года Емельян Пугачев издал манифест, в котором провозгласил себя императором Петром III. С этого манифеста обычно начинает отчет всему восстанию Пугачева. Манифест, в котором беглый казак, ветеран Семилетней войны, объявлял себя чудом выжившим императором Петром Федоровичем. И вот этот самолепный император обратился к своим верным подданным казакам с реки Ейк. «Я, государь Петр Федорович, во всех винах прощаю и жалую я вас, рекою с вершин и до устья и землею, и травами, и денежным жалованием, и свинцом, и порохом, и хлебным провиантом». Сейчас это похоже на какой-то дурной театр, однако простой народ в него поверил, хотя далеко не весь. Император нарек соседнего разбойника Овчинникова генерал-фельдмаршалом и кавалером всех российских орденов графом Паниным, а казак по прозвищу Чика стал графом Чернышовым. Под Оренбургом у императора появилась ставка со своей гвардией и всевозможными князьями. Иногда их предводитель доставал портрет реального цесаревича Павла, якобы своего сына, и целовал его со слезою: «Ох, жаль мне Павла Петровича, как бы окаянные злодеи его не извели». Легенда про императора, который, кстати, в жизни и читать не умел, оказалась на удивление прочной. Пугачева несколько разбили, но он вновь находил где-то поддержку. Недаром Пушкин напишет: «Пугачев бежал, но бегство его оказалось нашествием». Восстание погасит только с пленением лже-императора. 17 сентября 1809 года заключен Фридрихсгамский мирный договор со Швецией. Согласно ему, к Российской империи отходило Великое княжество Финляндское. 17 сентября 1920 года в СССР появились рабочие факультеты, рабфаки. Они занимались подготовкой пролетариата к поступлению в вузы. Надежда Курбская как-то вспоминала случай с одним пареньком из провинции, который явно тянулся к знаниям. Он разыскал памятник Ломоносову и сел у его подножия, надеясь, что его кто-нибудь там увидит и отведет куда надо. Пара студентов обратила на него внимание, узнала, в чем дело, и привела в наркомпрос. Парня устроили на рабфак. Первые рабочие факультеты появились еще в 1919 году. Главный их придумщик – историк-марксист Михаил Покровский. Цель их – подготовить крестьянских и рабочих детей, юношей к поступлению в вузы. Ведь партии так не нравился классовый состав старого студенчества, а нужно больше пролетариев. Первоначальная идея привела к курьезам, когда в университеты хлынула публика, которая и читать не умела. Вот рабочие факультеты изгладили ситуацию. К 1932 году на рабфаках обучалось уже целых 339 тысяч 500 выходцев из низов. 17 сентября 1934 года выпущена первая грампластинка на 33 с третью оборота в минуту с пятой симфонией Бетховена. 17 сентября 1991 года за отсутствием состава преступления было прекращено дело против Александра Солженицына, ранее диссидента, автора книги «Архипелаг ГУЛАГ». Таким был этот день, 17 сентября.